место в суде. И мы готовы в суде доказывать каждое наше слово, каждый документ. И все, что мы сказали, конечно, мы подтвердим суде и предоставим все необходимые документы. И та взятка, которую Алишер Усманов фактически дал Дмитрию Медведеву, она, конечно, тоже будет подтверждена документально. Ранее сам Навальный не исключал, что в период расследования на ФБК будет оказываться давление. Около 20 приемных семей предъявили московским органам опеки иски с требованием улучшения социальных условий. В частности, речь идет о заключении с ними договоров о приемной семье, а также выдаче социальных карт для проезда в общественном транспорте. Подробности нам рассказал правозащитник Алексей Головань. Кому-то не назначили выплаты. У некоторых там какая-то совокупность требований, например, исключить договор о приемной семье и назначить денежные.